Сейчас ты проснешься. Слушайте, доктор, если умру, попаду в рай или в ад? Думаю, все же в рай. Три. У меня всякие жуткие образы в голове. Два. Это все гипноз. Один. Он вернулся. Кто вернулся? Я не виноват, что творю зло. Чего ты боишься? Откуда у вас эти записи? Говорят, Мастема — одно из имен дьявола. Вы его тоже видели? Кого? Вы знаете, он всегда со мной. Я вас больше не узнаю. Смерть породила в вас страх, ваш рассудок замутнен. Доктор, вы верите в Бога? А вы, святой отец, верите в дьявола? Камиль Роза, Оливье Бартоломи. Бойся! Да кто же вы такой? Это неверный вопрос. Задумайся лучше, кто ты. Мастема, возмездие. Фильм Дидье де Дарвина.